Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact, it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time, you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Всем привет, с вами канал Дядь Миша, и мы поиграем немного в ментов, а то у нас слишком много Rim World на канале. Так, давайте я, наверное, музыку сразу отключу, потому что за нее вечно еще и банят. Вот, ну все, тут у меня все настроилось, все автоматом, и погнали по сюжетной кампании. Так, новая игра, естественно. День первый, 15 июля, понедельник. Мэр Роджерс – сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Бла-бла-бла-бла-бла. Ехать на работу. Ай, наша «Жигули» ни хера не заводится. Ну, завелась. Мы долго едем на работу. Что-то в пробках, походу, стоим. В детстве мой отец всегда говорил мне перед сном, что если закрыть глаза и не открывать их, достаточно долго все демоны уйдут. Вчера мне исполнилось 60, но я до сих пор пользуюсь этим советом. Не потому, что я слишком сентиментален или хочу сохранить память об отце. Просто я так и не придумал способа надежнее. Конечно, чтобы скрыться от всех демонов Фрибурга, проще никогда не снимать повязку с лица, а уж когда встречаешься с репортерами, лучше вообще на время ослепнуть. Так, во всяком случае, сказали бы вам мои коллеги. Сам я никогда не боялся пресс-конференции. Они для меня исповеди. Неважно, как искусно врет твой язык. Когда тебе задают вопрос, у тебя в голове мгновенно возникает честный ответ. Это помогает мне не забывать, кто я такой. А то, что на следующий день обо всем этом приходится читать в газетах, лишь скромная плата. Даже за исповедь нужно платить. Так. Извините, что я так быстро читаю, без интонации и ничего подобного. Потому что я читаю, чтобы успеть это прочитать, пока не переснулся слайд. Ну вот. Сегодня я впервые боюсь ответов, которые всплывут у меня в голове. Не потому, что я расстроен тем, что скоро потеряю свою работу, хотя я и в бешенстве. Не потому, что я сознательно виню в этом всех вокруг, хотя я и виню. Просто меня обязательно спросят, что же я со всем этим буду делать, а я не представляю. Но даже не это меня пугает. Самое страшное, я знаю, что не буду бездействовать. Теперь я могу лишь догадываться, на что решусь в следующую секунду.
У меня много пороков, но предсказуемости среди них нет. Я научился отгонять демонов, толпящихся вокруг. Но что делать, когда они пытаются заживо содрать с тебя кожу? Зажмуриться сильно обычного, что же еще? Лучших способов все равно нет. Надеюсь, журналисты решат, что меня ослепили фотовспышки. Сейчас будем на пресс-конференции. Доброе утро! Кстати, мне надо отвечать, хорошо. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Ну, честно сказать, я вообще в шоке, что меня отстранили, поэтому для меня это будет... Здесь есть ответ, я ждал подобного дерьма от мэра. Ну ладно, ответим сюрприз. Ого, все фото. Я думаю, что поработаю в полиции еще 5-10 лет. Я просто хочу служить городу. Конечно, я очень удивился. Вы знаете имя своего преемника? Нет, думаю, это кто-то новенький. Думаю, это будет сотрудник департамента. Какая теперь разница? Не, я не знаю. Конечно, нет, и сомневаюсь, что мэр знает. Ох, как мы отвечаем четко, есть же. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Я не знаю, ну откуда мне знать в натуре? Это его дело, не мое. Спросите его самого. Хотя Кендрика оправдали. Многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Без комментариев. Обычно я предпочитаю прямо ответить на вопрос, но на этот раз я промолчу. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Да откуда мне знать вообще? Мэр мудак. Лучше спросите самого мэра. Ничего себе, мы как четко отвечаем. Спасибо, до свидания. Ну какие мы четкие. Эмма, как сегодня... Блядь, спина, как обычно. Как прошла пресс-конференция? Прочитаешь завтра в газетах. Ко мне никого не пускать. Даже мистера Кендрика? Особенно мистера Кендрика. А, этот мудак что-то замутил. Сейчас мы сядем в свое уютное кресло, закурим сигару и пошлем всех. Куда подальше? А, нет, мы таблеточки пожуем. Три сразу. Запьем водички. Закурим сигару. Ну, как же писать? Короче, она спросила про его спину вначале, и он сказал, как обычно, что-то. В ту самую секунду, когда я закрыла дверь, я уже знал, кого увижу на пороге. Когда я прошу Эму никого не пускать, только один человек может войти. Без церемонов, нагло, без предупреждения. Так мэр Роджерс делал вообще все. Белоснежные летние туфли, белоснежные носки, белоснежные шорты, белоснежная рубашка пола и белоснежная улыбка вечно голодного хищника. Стюарт Роджер входил в любую дверь, как собственник, как беззагорочный хозяин всего вокруг. Даже половицы под ним скрипели. Что-то там. Казалось, что еще одна-две коррупционные схемы, и за ним по пятнам будет следовать демонический огонек. В кино влиятельных злодеев контролируют город, играют судью в гольф. Роджер играл с ними в теннис. На этом отличие заканчивалось. Джек, я надеялся застать тебя на пресс-конференции, а ты так быстро сбежал. В мэрии нельзя было курить, вот и сбежал. Это мы отвечаем, Джек. Ну, сегодня утром я писал указ о запрете на курение во всех общественных местах. Скоро тебе и здесь нельзя будет курить. Вот мудила. Скоро меня здесь вообще не будет. Об этом я и пришел поговорить. Горожане любят тебя, Джек, так как никогда не любили ни одного шефа полиции. Еще ржет. Не предавай их, Джек. Не впутывайся ни в какие истории. Посиди тихо. 180 дней тебя запомнят как героя. Это единственное, что тебе остается. Быть героем.
И что, не дашь мне шанса сколотить пенсионный фонд? У тебя был миллион шансов обеспечить себе такую роскошную пенсию, что даже я бы позавидовал. Впрочем, я никогда не откладывал деньги на пенсию. Я не собираюсь на пенсию. Вот Белоснежка, бля. Сигару забрал. Затушил в городе. 180 спокойных дней, Джек. Это все, что мне от тебя нужно. Если у меня не будет с тобой проблем, я обещаю, что у тебя не будет проблем со мной. Нормально. Визитку дал, что ли? У меня новый ассистент, Трой Стар. Если захочешь что-нибудь сообщить мне, позвони ему. Только не звони по пустякам, я и так загрузил его работой. Я постараюсь. И не пропитывай дымом весь кабинет, скоро он понадобится одному моему другу. Вот продажная касса. А, он ему решил позвонить. Извини, детка, этот номер есть только у мэра. Мистер мэр? Господин мэр? Алло, это Трой Стар? Да. Иди нахуй, Трой Стар. Нормально, он так поговорил с ним. Чекпоинт. День 2, 16 июля, вторника. Джек Бойт о своей отставке. Лучше спросите мэра. Фрэнсис Кендрик может занять место Джека Бойда. Джек Бойт оставил слухи и сотрудничестве полиции и мафии без комментариев. Слушайте, ну они прям напечатали все мои, блядь, ответы. Так, опять наша жига заводится. Заводится наша Жигули. Завелась, нормально, поехали на работу. В нашей полицейском участке копы не любят перекусывать в кафетерии. Есть причем ключу с напарниками, считается чем-то постыдным. Все штурмуют автоматы с закусками, хватают еду и быстро забиваются по своим углам, как облагодавшие труп стервятники. Главное, не смотреть друг другу в глаза. Это могут счесть за приглашение пообедать вместе. Поэтому в кафетерии, в кафе обитатели только призраки. Умершие на службе. Вот хрен какой. Фрэнсис Кендрик, мой заместитель, недавно стал одним из таких призраков. После того, как на него написали несколько доносов, разозрился крупнейший в истории Фрибурга корпорационный фонд, что ли. И хотя сами факты взяток не удалось доказать, все понимали, что дни Кендрика сочтены. Бумага, которую я тебя просил, я хочу, чтобы она была готова к вечеру. Фрэнсис ничего не ответил, но я могу его понять. Призракам не положено разговаривать, к тому же я был уверен, что у него уже все готово. Ну, как быстро приходится читать, ё-моё. Так, хотите получать подсказки о том, как работает игра? Да ладно, валяйте. Полиция Фрибурга делится на две смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызов, и детективы, занимающиеся расследованием. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. И у офицеров и детективов есть несколько важных характеристик. Профессионализм пока вызывается общий уровень эффективности полицейского. Показатель в районе 150 считается средним. Полицейский, не дотягивающий до этой отметки, не назовешь способным. Зато на тех, чей профессионализм заметно... О, господи. Зато на тех, чей профессионализм заметно превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает. А измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем или совершить критическую ошибку в ходе задания. Сотрудник теряет одно очко энергии после каждого рабочего дня и восстанавливает одно очко после каждого выходного. Отлично. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивы и склонны отправляться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться или делать выводы, наблюдая за поведением сотрудников. Хорошо. Ну, я не знаю, смена Б тут... Начать просто рабочий день, да и все, погнали. Там в сменах еще мы разберемся с вами. День 2. Так, уберем, да, вот эту штуку, сдуем в пепел и начнем работать. Самая обыкновенная полицейская работа – реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как истечет таймер.
По отметке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов. Чем дольше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорога туда и обратно. А значит, тем дольше копы будут недоступны для любой другой работы. Хорошо, давайте, вот 0.15. Самый простой способ определить, насколько сложной может оказаться задача, посмотреть, сколько копов вам разрешено отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самые рисковые миссии также можно отправить команду спецназа, но их должен сопровождать как минимум один офицер. Так, ну смотрите, у нас есть... Так, но слоты это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит относиться к каждому случаю. Пустяковая на первый взгляд миссия может всегда обернуться жестокой мясорубкой. Или вызов может и вовсе оказаться ложным. Хорошо, побег с места аварии. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Хорошо, ну отправим вот эту вот не очень умную и одного очень умного. Пусть нормально разберутся. Все, поехали, чуваки, на вызове. Работаем, значит, работаем. Так, вот новый. Драка. Ну, я даже не буду читать. Драка. Отправляем одного хренового, одного хорошего. Все, погнали на драку. Драку разнимаем. Че, вдвоем пусть лучше ездит. Мало ли что там, мало ли что там. Вот дождь пошел. В кабинете у нас дождь пошел. Отчет. Побег с места аварии. Давайте посмотрим. Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника, и никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибших полицейские не слишком волнуют мэри, а вот мертвые горожане бесят чиновников даже сильнее живых. Хорошо. Так, преступник пойман, офицеры невредимы, а каждому дали очки. И теперь она не увидит, я ее не зря отправил с лучшим копом. Так, отчет, драка. Пойман преступник, офицеры невредимы, гражданин невредимы. Все отлично. Ой, какая сложная у меня работа полицейским, а? Так, что за вызов? Вооруженное ограбление. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассету, тащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка Джанет Браун живет в пригороде. Хорошо, давайте... Ну, это, смотрите, она какая-то так себе. Давайте отправим вот это из самого лучшего нашего офицера. Давайте. Так, новый вызов. Юридическая контора... Бла-бла-бла. Брат с сестрой сцепились друг с другом. Приглашение завещания погибшего отца. Мы не рискнем разманить их. А охранник на больничном сообщил из адекватов. Ну, что, одного офицерчика отправим. Что теперь? Я думаю, он с дракой разберется. Кого отправил? Бабу какую-то отправил. Ну, ладно. Так, уже многие вернулись. Сейчас посмотрим, что у них тут. Вот, уже. Смотрите, время как летит у нас хорошо. Так, новый вызов. Нападение. Гетто. Прохожий увидел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Ну хорошо, отправляем хорошего и плохого. Вот, ну, давай всех. Троих побольше, чтобы там хорошее подкрепление было. Так, у нас один офицер остался. Прямые приказы. Если ситуация кажется копом неоднозначной, могут связаться с нами и попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время. У вас... полно других неотложных дел. Хорошо. У дома Браун действительно стоит та самая машина, а из окна гостиной доносятся стоны и громкий смех. Ну, скорее всего, смотрят порнуху. Пробраться в дом через открытое окно. Так, здесь преступник офицер погиб? Вооруженное ограбление? Вы что, угораете, что ли? Надо было спецназ туда отправлять. Отчет о драке. Преступник пойман, все невредимы, отлично. Капец, у нас уже чел погиб. В первый мой рабочий день сдох чувак. Классно. Так, уже вечер. В первый мой рабочий день. Мне нельзя работать. Так, нападение, что здесь? Преступник пойман, офицеры невредимы, отлично. Все, закрываем.
Это, конечно, в первый же мой день умер полицейский. О, мне нельзя ставить. Чё, всё, ну, заверши день, чё. Если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому кому прийти на следующий день и поработать сверхурочно. Но они останутся прикреплены к своей смене, то есть проработают 3 дня подряд, а значит сильно устанут. Хорошо. Так, ну вот это сегодняшняя смена. В смене А у нас более адекватные люди есть. Ну ладно, заверши день, поработали, хорошо поработали, одного потеряли. Раньше, когда я просил Кендрика задержаться в участке до глубокой ночи, он смешно ворчал. Сейчас ему не хватает сил даже на это. Опустевшиеся плечи, пустой взгляд, сморщившаяся кожа. Я совсем не знал старого друга, в лучшие свои годы напоминающего бравого офицера из рассказов Киплинга. Кендрик увидал не только под угрозой всеобщего давления, но и нестерпимого стыда. Говорят, когда следователи громили доставшуюся ему от дела коллекцию старинных книг в надежде вытрясти из страниц купюры, на лице Кендрика бесстрашного полицейского застыл беспомощный ужас. Я знаком с Фрэнсисом 30 лет, 20 из которых он осознанно нарушает законы. Я точно знаю, что с определенного момента каждый украденный доллар стал приносить ему больше страданий, чем радость. Вам наверняка кажется безумием, что я сочувствую коррупционеру, но что поделать? Таков уж мой круг общения. Друзья остаются друзьями. Вчера я обзвонил всех этих людей. Теперь они в курсе, что ты ведешь дела. Если с тобой свяжется кто-то из этого списка и просит об услуге, можешь быть уверен, что все чисто. О, какого рода услуг мы говорим? Не волнуйся, ничего серьезного, как ты и просил. Так, мелкие одолжения, оплата разная, зависит от дела и от человека. Сколько ты хочешь успеть заработать? 500 000. 500 000? Почему не миллион? Потому что все хотят заработать миллион. Решил попробовать что-нибудь новое. Ну, логично. 500 000 за 180 дней можно заработать вполне легально. Переловив всех преступников в городе и получить все возможные премии. Так что же ты всех не переловил? Ладно, ты никогда не лез в мои дела, и я не собираюсь лезть в твои. Но ты должен понимать, что копы, которых ты заставишь во всем этом участвовать, рано или поздно донесут на тебя. И еще кое-что, Джек. Я помню наш разговор, но я бы хотел добавить в список еще одно имя. Кристофера Сэнда. Кто это такой? Кристофер Сэнд. Сэнда? О, сейчас будет Кристофер Г. Сэнд. Кристофер Г. Сэнд. Каждый в городе знал его имя, но немногие могут объяснить вам, кто это такой. Неприметном... пожилом мужчине, неизменно носившим старомодные джинсы и вязаный свитер, жертвовавшим на благотворительность. В этом странном охотнике поэте любителя сложно было опознать руководителя старшей и могущественной преступной группировки. Кристофер строго следовал порядкам, заложенным еще его прадедом. Сэнды редко опускались до банальных убийств и ограблений. Не устраивать акции устрашения им практически не приходилось. Они делали сферу влияния между группировками поменьше, представляли защиту тем, кто в ней нуждался, договаривались с официальными органами, если того требовало. Сэнды были скорее контролирующей стороной, чем непосредственной войной. Порой их почтительный подход усыплял бдительность. 2 года назад один торговец оружием решил расширить бизнес с соседней территории, не получив на это разрешения, и вся его семья поплатилась за это. За 4 недели Сэнды убили 31 человека, включая стариков, женщин и подростков, и люди Кристофера позаботились о том, чтобы об этом написали в каждой газете. Бешеные люди. Фрэнк, я не хочу, чтобы ты даже произносил это имя. Джек, прошу, выслушай меня. У меня есть кое-какие обязательства. Мы договорились, Фрэнк. Это меня не касается. Никогда не касалось. Никогда не будет касаться. Угу. Ой, надо попить. Вообще, стоит мне читать или нет? День 3, 17 июля, среда. Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки.
строительство музея кино вновь отложено. Легендарный певец Геннаро Креспо приедет в Фрибург. Ну все, поехали на работу. Если полицейский слишком устал, он попросит у вас отгул в любом случае. Но даже у полного сил сотрудника могут быть причины уйти домой. Некоторые причины надуманные, некоторые вполне серьезные. Не балуйте подчиненных, но и не настраивайте против себя. Помните, что когда у вас появятся секреты, они будут первым, кто о них узнает. У моей собаки сегодня день рождения. Хочу провести с ней весь день в парке. Отпустите? Ну хорошо, завтра приходи. Моя любительская группа играет на благотворительном концерте для больных детей. Можно оттуда? Хорошо. Помимо характеристик, у полицейских есть звание. У сотрудника низшего ранга нет лычек на карточке. Сотрудники, повышенные в звании, носят одну или две или три лычки. Раз в неделю вы получаете одну лычку и можете повысить звание любого сотрудника. Если вы считаете, что никто не достоин такой чести, вы можете отложить повышение. Лычка никуда не денется. Хорошо. Повышенный в звании сотрудник не только растет в профессионализме, но и учится командным качествам. Если на задание рядом с обычными копами будет старше по званию, они наверняка справятся лучше обычного. Плюс коп, повышенный в звании, начинает серьезно относиться к своей службе. Все меньше думает о выпивке и отгулах. И все сильнее становится похож на идеальную машину для исполнения ваших приказов. Хорошо. Так. Все здесь мудаки, и никого не хочу повышать. Фрибург еще не превратился в город, где нужно слушать музыку по указке. Вы можете выбрать любую пластинку из вашей коллекции и включить ее в любое время, прямо как в жизни вашего деда. Хорошо. Выберите композицию. А без разницы, у меня музыка все равно отключена, поэтому... Поставим. Пусть дед порадуется. Все, типа музыка играет. Давайте научимся нанимать и увольнять копа. Хорошо, давайте. Так, вот дела. Полицейский участок. Биржа труда. У вас есть определенное количество оплаченных рабочих мест, на которые вы можете нанимать любых доступных на бирже труда сотрудников. Слоты разделены для офицеров и детективов. Хорошо. У нас в смене Б, кстати, один чел умел, да? Ее надо на смену Б. Персонал. Если вы хотите освободить слот, вы должны уволить сотрудника. Уволить. Ладно, не будем ничего это. А что, надо обязательно уволить? Давайте уволим. Если вы уволите человека легально, никто не задаст вам лишних вопросов. Можно уволить и нелегально, но это может привлечь за собой дополнительное разбирательство. Да и другие сотрудники явно не будут рады такому произвол. Другой способ освободить слот. Освободить слот убитого сотрудника. Так нету убитого сотрудника. Инфо. Работает с 15 июля. Успешных нету. Политические взгляды. Нету. Уволить нафиг, она слишком старая. Все, слишком старая. Закрыть. Не знаю, зачем я уволил. Ну ладно. У нас уже вызов. Вандализм. С вандалами, может, и тупые копы разберутся. Да я даже читать не буду, вандализм там на стенах, наверное, рисует. Биржа труда. Я еще троих могу нанять, получается, да? Так, смотрите, можно еще сюда двоих нанять смену Б, да? Так, смену Б, профессионализм. Давайте самого лучшего выберем. Смену Б.
Еще два места есть, да? Да, тоже в смену Б. Так, давайте посмотрим. Здесь двое в смену Б. Давайте еще одного в смену А тогда, да? Если у нас все равно... А, это детектив. Детективы. Ну, в смену А. Нанимем одного детектива. Все. Слоты офицеров. Все. Закрыть. Наняли рабочих. Все у нас хорошо. Эти на вандализм поехали. Так. Еще один вандализм. Бизнес Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают его машине неприличный рисунок. Ну, смотрите, здесь три слота есть. Давайте умного деда туда пошлем. Берч младший, Берч старший. Так, ну здесь должно быть, я надеюсь, все хорошо. Отчет вандализм. Преступник скрысал, офицеры невредимы. Обоим занизили. Ну, потому что конченые офицеры. Надо вот хреновых со старшими отправлять. Вот это вот хорошо. Подозрительный индивидуум. Официантка Мила уверена, что она только что подала двойной чикен Эдди, ну, чизкейк, и диетическую колу опасному преступнику, портрет которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер. Ну, давайте, оба свалили туда. Посмотрим. Так, эти два дебилчика сейчас вернутся. Отчет вандализм. Ну, я думаю, справились. Преступник пойман, а офицеры невредимы. Все отлично. Так, эти дурачки вернулись. Сейчас вот эти еще вернутся. Так, подозрительный индивидуум. Официантка опознала, приняв оставшего офицера Фэнка Нерона за преступника. Ну хорошо. Возвращайтесь быстрее. Так, ночной клуб, да? Так, сейчас у нас побольше офицеров бы вернулось, чтобы на всякий случай все вернулись. Так, мистер Бойд, мой вышибала снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. А тут у меня огромная очередь у входа скопилась. Нужен кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков. Вандал. Вандал, езжай отличать классных ребят от придурков. Не подведи меня, Вандал. Я тебя повышу, будешь хорошим сотрудником. Продажа наркотиков. Отлично. Поступил анонимный звонок. По катку в ледовой арене ездит клоун с воздушными шариками и продает подросткам крэк. Так, Берч-младший, поедешь со столовой. Вставал или столовая, без разницы. Поедешь с ним. Ой, быстрый, смотрите, быстрый. Ну давайте. Угроза самоубийства. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. Ладно, хорошо, Берч младший и Робин, съезжайте. А, это Берч старший. Берч старший поехал. Отчет. Извините, мистер Бойнт, но я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем в FPD платят за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться. Все-таки быть копом не мое. Ну хорошо, давай. Благодарю за вашу помощь, мистер Бойнт. Хорошо, отлично, я взял 4 тонны. Так, мы теперь должны нанять в смену А. В смену А нужно нанять чувака. Давай, в смену А пойдешь. У нас уволили человека, поэтому... Так. Ну а посмотрим завтра на смены, что у нас тут поменялось, тому подобное. Все, 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 ребят, я устал на сегодня. Так, к вашему приезду клон мастерит пудели и шариков сосисек, а вокруг него катается детворя. Уложить клона на лед и устроить обыск. Ну, внимательно наблюдаем. Преступник пойман, офицеры невредимы. Отлично, справились. Все? Я могу ехать домой. Так, отчет, угроза самоубийства. Преступник пойман, офицеры невредимы. Отлично. Вот у нас Берч хотя бы чуть-чуть это. Ну все, завершить рабочий день. Что у нас тут такое? Ну, смена. Это у нас завтрашняя смена, я так правильно понимаю. Ладно, это мы разберемся. Завершить смену. День 4, 18 июля. Так. Робеспьер раскроет свою личность, когда придет время.
Феминистской организации отказали в официальной регистрации, враги используют феминисток, чтобы разрушить Фрибург. Хорошо. Ладненько, ребят, давайте на этом закончим. Мы немного поработали, немного узнали историю. И на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.